Взгляд сквозь время. Заслуженный художник России Анатолий Костянников представил персональный художественный проект «От героев былых времен», посвященный 450-летию образования города Орла. Центральным полотном проекта является масштабная картина о героях Судьбищенской битвы. Здесь вы видите сочетание нескольких поколений тех, кто боролся за нашу отчизну. Здесь у нас есть герои Судьбищенской битвы, здесь у нас есть Ермолов. И здесь у нас есть неоднократно воспроизведенный подвиг и в живописи выраженный Второй мировой войны. Помимо этого прекрасные, замечательные пейзажи, замечательные виды нашей природы и просто хорошая, очень высокопрофессиональная, высоко одухотворенная живопись.